Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас четверг, а значит обновление на NextRP. Заходим в F1, обновление, новые кейсы, статья 8.07, это значит глобальное обновление. Новые кейсы, стажеры фракции, вступление во фракцию изменено. Вступив в фракцию, стать стажером без собеседования и в любое время. То есть объясню. Ну, по примеру моему, вот здесь у меня есть... У меня нету ее, но у вас будет метка. Заходите, нажимаете Alt, вступить. У вас должно 50 быть сот рейтинга. У вас должен быть военный билет. И все. И вы можете вступать. И вы будете название, получается, вот, стажер. То есть у вас не будет доступно ни тазер, ни оружие, ничего. Вы просто будете фармить себе опыт. Вот этот вот опыт получается, все звания, вот, до сержанта. И после этого я, если увижу, то, что вы хорошо работаете, вы понимаете, я вас повышаю, либо мой полковник. И все, после этого у вас появляется все, весь функционал работы, именно фракции. Потом, это объясню вам по поводу вступления во фракцию. И так в любую фракцию, то есть не именно ППС, где я нахожусь. Дальше, доска объявлений. То есть, что это значит? Вот у вас в телефончике есть доска объявлений. Вот, допустим, я выложил класс S, свою машину применить. Вот моя машина. То есть, можете зайти, допустим, КМ и так далее, написать владельцу, это в игре, его Discord. Вы копируете его и в Дискорде пишите мне, грубо говоря. Потом, также бизнесы и дома. Новые бизнесы, это по карте, думаю, у вас все увидите свои бизнесы. Обновление, точнее обнуление трудовой книжки. Также мед книжки, автопробег, точнее автобег. Это вот, допустим, нажимаете N русскую, и видите, он у меня сам бежит, я только мышку поворачиваю. Это, грубо говоря, анти-АФК. То есть вот я ничего не делал, и он сам бежит у меня. Опять нажал на эту кнопочку, он остановился. Не знаю, это надо или не надо, такая система. Ну, блин, такой себе, честно говоря. Потом, что у нас дальше? Дальше... Вот она, машинка, блин, как я хочу себе эту машинку, конечно. Красивая машинка. Поехали дальше. Снижение скорости в поле. Это у нас получается, как и было в группе, писали то, что если на траву заезжаешь, она в половину снижает скорость. Я уже тестил, работает. И самое то, что мне не понравилось, это изменение наручников. То есть поставщики наручников избежали попыток изменили дизайн наручников. Теперь в них можно выбраться из них за 10 минут. То есть проходит 10 минут, и вы автоматом с них можете выбраться. Но это я считаю нарушением РП-процесса. То есть это бредовая идея, по мне. И уникальное предложение получается у нас есть. Ну, картировки вы можете сами почитать. Заходим в F4, уникальное предложение. Вот эта вот машинка, блин, классная такая. Винил нельзя снять, сразу говорю. Он так и останется. Потом... Пагани, Панамы, Мерсики, скины, не скины и так далее. В акции у нас ничего интересного. Кейсы тоже вот они. Увидели, да? Потом, и, наверное, вам интересно будет сезонная награда, да? То есть, допустим, заходим в сезонки вот и задачи. Третий этап. Изменить соцрейтинг, 10 внутренних билетов и так далее. И сейчас скидка действует на вот эти вот фигни. Видите, выгода 15-20%. Но на этом вроде бы все показал я вам. Обновление. Бизнесы показать вам. Как они на карте вообще, где обознаем. Пока у нас еще их не раскупили бизнесы. Я вам покажу сами бизнесы. Допустим, заходим в бизнесы. Бизнесы, вот они, это по 10 миллионов, я их смотрел уже. Потом бизнесы, вот они,
который больше 10 миллионов, если не ошибаюсь. И вот много бизнесов на восточном УПГ и на западном УПГ. Где? Подожди, а где-то было еще на западном УПГ. Их, походу, раскупили. Если не ошибаюсь, то вот здесь тоже было много бизнесов. Потом еще были бизнесы. Здесь я вам показал бизнесы. Ну и все, в принципе, да? Да, и все. Вот они, два бизнеса еще тоже есть. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки и дизлайки. Ну и подписываемся на канал.